Решить любой вопрос мобильно, без лишних звонков, бумажек и волокиты. Теперь такая возможность есть у клиентов управкомпании «Домжилсервис». Она обслуживает десятки домов в разных районах города. Чтобы всегда оставаться на связи с жителями, управкомпания ввела специальное мобильное приложение. С его помощью прямо с телефона можно оставить заявку на выполнение необходимых работ, приложить фотографии, а еще отправить показания счетчиков и обсудить любой вопрос. Это очень удобно, потому что можно передать все показания, можно решать какие-то проблемы. И не выходя из дома, на самом деле это очень здорово, потому что часто мы сталкиваемся с тем, что управляющие компании не понимают, чего хотят люди. А тут настолько такой баланс достигнут, когда мы просим, и да, не моментально, но это делается, это выполняется. Нам установили видеокамеры, и у нас еще большие-большие планы. К слову, те, кому сложно обращаться с мобильными приложениями, по-прежнему могут звонить в управкомпанию. Все звонки и электронные обращения поступают в систему к диспетчеру, и он сразу распределяет, кто их выполнит. За наш адрес, телефон и направляю заявку исполнителю. Она сразу поступает на телефон слесарю или специалисту. Вот. И потом, когда работа будет выполнена, слесарь также пишет, что работа выполнена. Вот, заявка закрывается, и житель может еще оценить ее по 10-бальной системе. Как рассказывают в Домжилсервисе, таких мобильных приложений у других управкомпаний области пока нет. А ведь быть на связи с жителями – это важно и удобно. Проблема сразу попадает к конкретному специалисту. К слову, сотрудников управкомпании, которые работают на объекте, всегда можно отличить по специальной униформе и бейджам. Поэтому посторонние люди в дом не попадут. Безопасно и комфортно. Да, у нас очень хорошее взаимодействие с управляющей компанией. Если образуются какие-то моменты, да, там обогреватель в подъезде сломался, там вот манометр, еще что-то, да, ну, такие рабочие моменты. В принципе, все устраняется своевременно, и как бы нет такого, чтобы там задерживалось, да, и приходилось напоминать. Несколько сотен жителей уже скачали приложение управкомпании. Заявки идут со всех домов. В компании «Домжилсервис» уверены, нужно идти в ногу со временем и не бояться новых технологий. Скоро жителям обслуживаемых домов предложат еще одну новинку. В нашей квитанции будет два QR-кода. Один на оплату коммунальных услуг, а другой на страхование квартиры. То есть жителю не придется посещать офис страховой компании, он это может сделать, оплачивая коммуналку. Отсканировав QR-код страховщика, он автоматом страхует свою квартиру на следующий месяц. Хочет он, хочет делает это, хочет не делает. Но еще самая как бы фишка в том, что если он посетит страховщика, то у него это будет дороже. То есть через нас это еще и дешевле. Если и вы хотите упростить общение с управляющей организацией, сделать работу эффективной и сэкономить время, можно обсудить это на общем совете дома и обратиться в управкомпанию «Домжилсервис» по контактам, которые вы видите на экране.